Привет. Только что закончилась совершенно экспериментальная штука, которую я организовала в рамках написания, публичного написания своей книжки. Называлось это «Закрытая читка». Вот, собственно, сейчас я вам покажу. Я прочитала. Спасибо огромное всем, кто пришел. Я вот прочитала вот это вот начало, вот этот вот листочек, и прочитала вот этот вот листочек. И дальше мы фактически в течение там 40-50 минут мы разговаривали о тех идеях, о тех предложениях, которые возникли вот у моих лояльных, заинтересованных и включенных в написание книги читателей. Вот это вот каждое это предложение я записала на отдельном листочке. Каждый из них просто вот так вот переструктурирует и концепт, и взрывает мне мозг, поэтому мне надо будет с этим совсем пережить. Но пишу я видео не за этим и не для того, чтобы отчитаться, что читка прошла, и она, на мой взгляд, была безумно успешной. Дала мне такой волшебный пендель, что, блин, мало не покажется. Я делаю это видео как большую полезняшку. Сейчас я вас научу, как делать себе вдохновляющие и помогающие и обнимающие и разрешающие штуки, которыми я активно пользуюсь. Я показываю эти карточки с этими слоганами своим студентам, своим сотрудникам. Ну вот сегодняшняя читка показала, что такие карточки мне нужно научиться показывать самой себе. Дело в том, что я начала писать книжку, как пишут обычные книжки. Я почитала, посмотрела, полистала всякие разные нонфикшены, из каких запчастей это все состоит, как, про что там люди пишут. Но сегодня мои дорогие читатели, вовлеченные, сказали мне: «Силантьева, ну ёкарный бабай, это же твоя книжка, тебя никто не заставляет писать по шаблонам. Пиши так, как ты разговариваешь, как ты пишешь, как ты рассказываешь, как ты вдохновляешь. Не надо изображать из себя вот это вот все то, как то, что на рынке уже есть. Я умею делать пользу, я умею показывать и замечать какие-то детали. Я умею рассказывать о себе и встраивать и свои личные переживания, и свои личные истории в общий этот медийный контекст. Я это все умею, я это все делаю, но почему-то в контексте вот вступления в книжку, да, прям самое начало вот этой моей любимой книжки, которой я горю, 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 я почему-то про это забыла. Поэтому сейчас я вас буду учить создавать вдохновляющие карточки. Значит, мне нужно сейчас вот тут немножечко вот так вот сделать, чтобы было видно. Вам понадобится некая картоночка. У меня это индекс карточки, я с ними живу, они у меня самые мои любимые, самый любимый формат, но вы можете взять совершенно любую картоночку, плотную бумагу. Вам понадобится палочка от суши. Если вы заказываете суши, у вас таких палочек много. У меня вот, например, таких палочек много. Мы с ними сделаем всякие разные вдохновляющие карточки. Что мы будем делать? Мы будем делать вот такую вот конструкцию, такую вот конструкцию. И вам можно будет за палочку держать и показывать такой транспарантик. На этом транспарантике сегодня, после нашей читки, я напишу фразу, которая является... Вот так вот. Я напишу фразу, которая является моей фирменной. На самом деле она не моя фирменная, не я ее придумала. Это один очень хороший бородатый человек постоянно говорил мне, пока я работала в электронном городе, и мы тогда свернули горы с этим слоганом. Вот, я ее эту фразу в себя впитала, и теперь я ее распространяю всем остальным. Но надо периодически самой себе напоминать. Итак, фраза звучит так. Тебе все можно. Сначала мы пишем скетчем, дальше мы можем дорабатывать шрифт,
толщину, какие-то оформительские штуки добавлять. Вот. Так вот, вот. Сначала скетчем, потом мы добавляем, как это будет выглядеть. Причем я знаю, что по своему опыту я знаю, что такие штуки, конечно же, можно сделать на компьютере, в сервисе Canva, распечатать красиво. Но я вам скажу, что использование собственных рук, звук фломастера, как он идет по бумаге. Ваш личный шрифт, никто, кроме вас, таким шрифтом не напишет эту карточку. Никакие суперразработчики шрифтовые не помогут. Это будет исключительно ваше, то, как вы сейчас чувствуете, то, как вы пишете буковку «Ж», одна из самых сложных буковок в построении кириллических шрифтов. Вот, это будет только ваша буковка «Ж». Как вы это все нарисуете, оформите. Вот, это все будет абсолютно ваше. Значит, напоминаю, что должны быть контрастные цвета, чтобы ваш глаз его воспринимал. Возьмем мы сейчас оранжевый. Кто бы сомневался, что мы возьмем не оранжевый. Чтобы можно сделать какую-нибудь такую вот штучечку. Забабахаем вот такую вот штучечку. Не надо сильно усложнять, не надо слишком много оформительских штук. Дальше мы это переворачиваем, берем палочку, кладем на серединку. Всякие люди, которые стремятся к идеальному воплощению, могут померить ровное расстояние. Значит, приглаживаем, берем скотч, приглаживаем его, огибаем палочку и закрепляем, отрезаем. Чтобы держалось лучше, нужно повторить это действие. Скотчик наклеиваем на бумажку, огибаем палочку, скотчик приклеиваем. И еще разочек. Ты-дыщ. Наклеили. И для особо придирчивых типа меня еще можем сделать поперек, закрепить. Вот, это не самый писк, не самый большой образец аккуратности. Но зато у нас есть картинка, у нас есть транспарантик, который мы показываем себе. Я вот сейчас, благодаря своим читателям, которые пришли ко мне на читку черновика моей книги, вот я себе, дорогие мои любимые читатели, я себе написала этот транспарантик. Теперь я могу расслабиться, перестать изображать из себя писателя нонфикшена, как все писатели нонфикшена. У меня теперь есть вот это вот разрешение, и я его сама себе разрешаю. Короче, капец, понятия не имею. Вот теперь, сегодня, я не понимаю, смогу я закончить эту книжку, ну и отдать там корректору или редактору за ноябрь или нет. А с другой стороны, у меня же есть транспарантик, вот этот вот транспарантик у меня есть. Следовательно, кто сказал, что мне надо закончить книжку 30 ноября? Мне же все можно, я могу ее закончить 1 декабря или 2 или 17. Главное, чтобы книжка была классная, прикольная, полезная. Правильно? Ведь так? Короче, мне все можно.
Вот можете изготовить по этой инструкции, можете изготовить свои транспарантики со своими фразами. Можете эту использовать. Она помогает, часто помогает. Я такими штуками с ребенком со своим общаюсь. Ему уже 14, ему не сильно нравится звук материнского голоса. Поэтому транспарантики очень спасают. Ну, как-то так. Пойду я сейчас погуляю, переварю вот это все. Вот это вот обратная связь от моих читателей. Спасибо. Спасибо им огромное за это. Вот. Ладно, пока. Я пошла.